Санта. Так, друзья мои, всем привет, это Арма, мы русские, против нас американцы, наша задача оборонять красный триггер, город Софию, за черной линией никто не выходит, мы не пересекаем оранжевую, и фронт атаки врага определенно не атакует с северо-востока на юго-запад. Соответственно, будем их встречать под оранжевой линией. Им нельзя пересекать синюю, но мы за синюю можем. Так, что, мы на север, да? Ну, транспорта нету, да? Раз-два, меня слышно? Да. Да, пацаны, пешочком. Все метки свои видели, кто куда, да, бежит? Так точно. Все, залутались и побежали, пока до края фреза. Сейчас стартанет в игру, у нас еще 7 минут будет, нахуй, или сколько там, блядь. Ну, минуты 4 точно будет, чтобы добежать до своих меток спокойнее. Скажи спасибо, что она не шлепает. Бля, есть, кстати, бытует мнение, что дрон сейчас будет рашить, учитывая, что он согласился с недобором 10 человек, еще до того, как они вообще собирались добраться, блядь. Да, есть такой варик. Хорош, молодец, блядь. Че вы стоите перед лесом? Вот садитесь вот в этот лес. Какой первый? Ну вот, которым я забегаю. Короче, кто у нас там? 274. Это вот получается с Сантой. 74 за Сантой, смотрите, блядь, рядом с ним тусуетесь. Все остальные, грубо говоря, перед ними лес. Ориентир домик. 140 всё. От нас. Дальше можно еще метров 5-7. Так, враг впереди, тихо, перед нами азимут 40. Не высовываться, кто Санта или трое. Даю метку. Ой, бля, на дальнем же надо. Поставил метки. На 100, на 8. По мне стреляют, сейчас меня ёбнут там. Я за камушком. Лежи за камушком, не маячь. Да, пока да. Все, ждите. Они сами на вас придут, не вылазите к вам. Отлично, ГП, еще. Вот это игра, а не симулятор бега. Чьи ГПшки? Отлично, отлично.
Да, живой, живой. Все с тобой живы, ребят? Да, да. Они просто пока прикидывают, я думаю, сейчас пойдут уже скоро. Откуда ты, сука, стреляешь? Не вижу тебя. Ну, 1.5, короче, грани с юго-востока, у них тоже все норм. Еще раз. Ты тут? На камне сидишь? Да. Нет, я отошел маленько через дорогу. По ощущениям все-таки будет раш, пацаны, сейчас. Ну, типа, раз они нигде не идут, типа, что-то пережидают и так. А у них техники нет? Ну, они на хаммерах улетят. А, ну, на хаммерах, да. Главное, чтобы этот триггер подержали маленько, пока мы отступать будем. Как только видим хаммера, огонь, да? Естественно. Да что за пуски? Походу идут на нас, да? Все тогда. Пока тихо. Да, они нигде не идут, везде только иллюзия, как будто боя. Ну,
План, наверное, какой-то, поотвлекать тут, там, и потом... А потом заехать с камерами в триггер, Я жив, но я близко с собой никого не вижу. Парни живые, кто со мной был? Парни, американец рядом. Один. Угу. Заблудился, бедняга. Это я гранату кинул туда, где Амер был. Он подходит к нам. Кидайте гранату вперед, пацаны. Граната вперед. Нет, нет, он там, он ГП, слышишь? Ох, блин. Как я же сказал, кидайте гранаты вперед. Чей дым? Чей дым? Хаммер есть. Ха, я в него попал, но не выбил. Хамера, хамера, хамера пошли. Как ты был прав? Я сейчас подойду. Маффин живой?
Маффин живой? Микки живой? Да. Ну, один хаммер вроде подбил. Ну да, я типа всех расстрелял, вижу, у него хул красный. Там, по-моему, кто-то есть возле хаммера, свой? Да, да, свой, блядь, вы что, отличить не можете? Да я только голову вижу из-за кустов. Шевелище. Но она же зеленая. Блять, далеко я без прицела. Они желтые. Я поэтому и спрашиваю. Что за белый дым у вас, пацаны? Да это ГПшный старый. На 220 один куда-то проебался, они ведь походу кустом остановился за дорогу. У меня в упор Санта убил одного. Где Маффин, блядь? Найдите его труп срочно. Микки, бери всех, оттягивайтесь назад. Боже мой, я, блядь, на хаммере, это хуёво. Не, пешком, пешком оттягивайтесь назад. Мы посидим чуть-чуть, как вы подальше отойдете, пойдем тоже. Кто с Сантой оставался двое, пока сидим. Как наши отойдут, да. Чё? Да не, ничего, просто хаммер с М2. Не, не трогать никакие хаммера, свои же взорвут. Слушай, возле хаммера кто был, там на 140 по мне стреляли издалека откуда-то, осторожно. Это, скорее всего, свои стреляли. Слышите, все отходим назад, все. М-ки с оптикой найдете, берите. Преимущественно будет, у кого нет оптики. Забродили мальчишки-то, да? Да-да-да. Да, давай сделаем. А по кому сдвиг? Сейчас скажу, секунду. ПДВ, да. Да, ПДВ сдвиг. Санта.
Что за хуст? Хер его знает. Он говорит, в Тигере все плохо, он слышал. Что за хаммер едет? Живой? Все нормально там у тебя? Да вот. Да нет, нет, там два американца были, мы убили их. Все, в триггер, срочно в триггер. О, изи, блядь.